Доброго всем здоровья, хорошего настроения. С вами канал Майк Арси. Сегодня мы в рамках конкурса «Полетит или не полетит» проведем замер. Грузоподъемность квадрика ВЛКУС В-262. Квадрик без защиты винтов. А поднимать мы будем весьма нелегкие вещи. Ну, начнем вот с такой штуки. Пол-литровая бутылка, заполнена водой. Вес ее 547 граммов. Задача непосильная для этого квадрика. Однако будем пробовать. Полный газ, почти шатает он ее, но не поднимает. Опускаемся. Ну что, отольем немножко водички и опять взвесим. Ну, я думаю, вот так. Взвешиваем. Триста шестьдесят пять граммов осталось. Поехали. Ай-яй-яй, еще чуть-чуть бы. Но нет. Отливаем еще немножко. На улице, кстати, сейчас где-то минус 3, минус 4. Аккумулятор был полностью заряжен. Завешиваем. Двести девяносто три грамма осталось. Неужели и 293 не поднимет? Ну. Я. Ну почти. Сажаем. Ну, я думаю, на абсолютно заряженном аккумуляторе он бы сейчас поднял 293 грамма. Отольем еще чуть-чуть. И оставляем 238 грамм. Ну это-то точно поднимет.
Это-то точно поднимет. Да, летим. И как интересно летим. Ну поднял, поднял, поднял и поднимается. Так. Таким образом мы выяснили, что 240 грамм для этого квадрика со свежим аккумулятором – это предельная грузоподъемность. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии. До новых встреч!